Благодаря губернаторской программе о предоставлении жилья для многодетных семей, одна из таких семей Ленинского района получила коттедж в деревне под городом Серпухов. Надежда Демкина встретилась с родителями 9 детей для того, чтобы поздравить их с переездом в новый дом и вручить им подарки к Новому году. Семья многодетная, мы приобрели хорошие сервизы, столовые, чайные. И вот сегодня мы ждем с тем, чтобы эту семью, благородную семью, семью с очень большим душевным потенциалом, поблагодарить, пожелать им крепкого здоровья и поздравить с Новым годом и вручить наш подарок. Наталья и Сергей Зверьковы воспитывают как своих, так и приемных детей. Старшей дочери уже 22 года, а самому маленькому члену их семьи только 2 годика. Семейный городок – так называется целый поселок, где теперь проживают многодетные семьи. По словам супругов, их дети довольны новым жильем. Они уже ходят в детский сад и школу в этом районе.